Когда-то давно Иоганн Шиллер ввел в общее употребление понятие «идеал». Но, как известно, идеал для каждого свой. Вот как, например, выглядит идеальный отпуск? А идеальная работа? Уверена, что не все из вас сейчас представили Гренландию или стоять здесь с этим микрофоном. А вот сойдутся ли югорчане во мнении о том, каким должен быть идеальный югорский мужчина? Как я. Это какой? В очках и в капюшоне? Да. Не, ну можно бородатенько. Можно, чтобы щечки были. Вот, я скулы не люблю. Такое, чтобы в теле был не худой и не толстый. Ну, такой нормальненький такой. В теле. А если у него не будет щечек, вы готовы его откормить? Ну да, можно. Что будете готовить? Все, что захочет. Хинка в первую очередь. Как вы считаете, внешность важна? Конечно, обязательно. Обязательно важна. Мужчина должен уметь ухаживать за собой, быть аккуратным и приятным. Трудолюбие, внимание. Идеальный мужчина должен быть смелым, мужественным, должен отвечать за свои слова и поступки, должен иметь цель в жизни, и чтобы его женщина любила его всегда. Все. У вас есть женщина? Нет. Наверное, забота, уважение и понимание. А вы сейчас посмотрели вот на молодого человека. Это ваш молодой человек? Да. Так уж вышло. А вы на него посмотрели, наверное, потому что считаете его идеальным? Вы считаете его идеальным? В какой-то степени считаю. А вы считаете себя идеальным? Ну да. А замуж за него пойдете? Пойду. Можете делать предложение вашей девушке? У тебя нет выбора. А внешность важна? Ну, внешность, как говорят, с лица воды не пить. Он должен быть честным, открытым, наверное, ответственным. Он должен видеть какую-то для себя такую яркую цель. Казалось бы, банально, однако умение брать на себя ответственность или быть честным важно и для разных поколений женщин, и для самих мужчин. Ну а если вы не считаете себя идеальным мужчиной, будьте уверены, что ваша женщина всегда готова вам в этом помочь. С наступающим праздником, мужчины!